номер 44. Пройдите в кабинет номер 2. Прием граждан в ЗАГСе ведется. Вот только внести в электронную базу данные о регистрации рождения, смерти, бракосочетания со вчерашнего дня стало крайне затруднительно. По всей России вышел из строя единый госреестр. Система то виснет, то вовсе не работает. При этом новый программный комплекс был запущен не так давно, в октябре прошлого года. Все новое требует, наверное, совершенства. Поэтому вот вчера действительно у нас произошли сбои в работе, но разработчики программы усиленно борются с этими недочетами и с пониманием относятся нижнекамцы к тому, что у нас программа тормозит, и мы не можем своевременно выдавать документы. Я пользуюсь возможностью, приношу извинения, надеюсь на понимание, надеюсь, что разработчики программы быстро все ликвидируют, все недочеты, и мы будем работать в привычном режиме. А пока работать приходится в особом режиме. Документы на регистрацию принимают, оформляют по мере возможности, с клиентами поддерживают телефонную связь. При готовности приглашают в ЗАГС. Оттого в коридорах нет ни сутолоки, ни недовольства. Горожане к сложившейся ситуации относятся с пониманием. Вы знаете, я даже не акцентирую на это внимание. Поэтому всему свое время. Дождя, очень страшно. Особенно проблемной ситуация стала для тех, кому необходимо получить свидетельство о смерти. Ведь без этого похоронить умершего невозможно. Так вот, на период сбоя в программе наш ЗАГС вместо этого документа выдает расписку. Наталья Лушникова, Евгений Лызаев, Новости НТР.